Приветик всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и сегодня я вместе с вами, ребят, поговорю про замечательную игрушку под названием Fortnite. Я думаю, что каждый из вас о ней, по крайней мере, слышал. Так вот, сегодня, ребята, мы ее поищем в Play Market. Так что ставьте огромные лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы начинаем! Прямо сейчас будет исторический момент, потому что я пишу Fortnite в поиске Play Market. Смешно звучит. Ладно, ребят, поехали. Fortnite. И на первом месте у нас бета-версия Fortnite. Но, ребята, к сожалению, она еще не вышла. Так что листаем дальше. А вот это Creative Destruction. Это, ребята, уже на втором месте в поиске. И я скажу так, что однозначно стоит попробовать поиграть в эту игрулю. Также, ребята, вы не пугайтесь, потому что по непонятным причинам графика на эмуляторе просто убогая. Я, ребят, играю на телефоне, графика вот такая, вот такая графика. Когда захожу с эмулятора, то какое-то говно, честно говоря. Но ничего, ребята, я думаю, что сам концепт игры вы поймете. Ну что, ребята, а вот и начало игры. Я, честно говоря, никогда ранее не играл именно в Fortnite. Я играл в PUBG, я играл в прочие выживалки, но именно, ребят, в Fortnite я не играл. Ну что, поехали. О, аптечку нашел, аптечка тоже хорошая штука. О, да, детка, да, я нашел ДТР. Так, а что же мы найдем в этом здании? Ой-ой-ой, УЗИшечка. У меня теперь два ДТРа, одна УЗИшка. И, ребят, однозначно это заслуживает вашего лайка. Фух, я уже пересрал. Кстати, ребят, дробовик очень-очень мощное оружие на ближней дистанции, поэтому я его тоже возьму. Ой, блин, стреляет по кентухе. Иди сюда, говнюк. У меня нет оружия на дальней дистанции. Капец, вот это я нубик. Ох ты, блин, мать моя, женщина убивают. Вот паразиты. Ребят, вот паразит. Так, надо взять дробаш и аптечку, чуть себя хильнуть. Вот говнюк маленький. Мать моя, женщина, ребят, убивают. Ну все, все, мне пришел конец, походу. Иди сюда, говнюк маленький. О, убил! Ништяк! Вот это да! Фух, ребят, я уже думал, что уже все, конечное. Фух, еле убил. Так, аптечка. Блин, самое обидное, что нельзя вязать аптечку. Ох, ничего себе, сколько у него всего было. О, да, братан, ты умер не зря. А тем временем, ребята, осталось 22 человека. Я не знаю, где они, но я скажу так, я очень рад, что я выжил. Это, ребят, просто прекрасно. Все, ништяк, я опять в безопасной зоне, и я опять, ребят, в домике. Так, а теперь давайте осмотримся назад, потому что мало ли я кого-то, ребят, тут увижу. Ну нет, я никого не увижу. О, смотрите, что я нашел, вот этот прикол, а ну-ка. Открываем, и чеш... А, стреляют! Вот гад, по кенту стреляют. Иди сюда, говнюк. Не, вот у людей просто совести нету. Так, откуда он стрелял? Он где-то там был. Блин. А, вижу. Все, ребята, видел его. Надо, короче, брать дробовик и идти в ближний штурм. Ё-моё. Так, аптечка. А, блин, аптечку вязать нельзя. Это плохо. Ох, как хорошо по нему попал. Сейчас, короче, с дробовика, и он просто... уйдет в покой. А, убивают! Мать моя, женщина, убивают! Блин. Чё-то по нему как-то слабо попал. Да, минус 2, вот это я раздал, вот это я красавчик. Блин, убивает паразиты. Так, убей, Кент, убей, ты сможешь, Кент, давай, братан. А, перезарядка, как не вовремя, убивает Кента. Кент в атаку, ну. Да, минус 3, вот это я раздал, вот это да, ребят, вот это полная жесть. О, наконец-то можно язнуть аптечку. А ну-ка, Кент, давай, убей, Кент, убей, ты сможешь. Братан, давай. Чё так долго перезарядка там, мать моя женщина? Кен, давай, в голову попадай. Убил, минус 4, вот это да, вот это я раздал, ребят, вот это я красавчик просто. Я не знаю, как у меня это получается, но, ребят, я играю, прикиньте, второй день в жизни. Я уже убил, сколько, 4, да? Ну, как по мне, это неплохо. Ой, ребят, вот я чувствую, что тут еще будет парочка противника, вот прям чувствую. Мать моя женщина! Блин, дробаш, спаси меня, братан! Ну, дробаш! А,
перезарядка! Да, минус 5! Фу! Обожаю эту игру. Блин, ребят, я в топ-3 уже! Я в топ-3! Вот это да! Вот это просто! Вот это то, что я люблю. Блин, ребят, атакуют! Стрелять по кентухе! Мать моя женщина убивает меня! Блин, да что это такое Mozilla? Так, ребят, ставим эту бочку, может она меня спасет. Вот говно, не спасает. Ой, ребят, ой-ой-ой. О, сбоку атакует крыса! Ой, ребят, все полная жесть, надо убегать. Убивает со спины. Да сколько их там? Ай-яй-яй. Так, попал, минус 24 хп, ништяк. Ты, он по мне даже не попадает. Ну, я по нему, правда. Ой, ребят, я по нему нормально задамажил. У него уже верочно мало хп. О, убил! Ха-ха! Минус 5. Так, ребят, очень плохие новости. Очень плохие новости, у меня закончились боеприпасы. Вся одежда на сраный Дигл. Дигл, давай, тащи, братан. Давай, Дигл, братан, верю в тебя. Ну. Закончились боеприпасы. Все, ребят, все пропало, короче. Давай. В атаку, попади, прошу тебя. Это моя последняя надежда. Все, ребят, все пропало. Кент умер. Наверное. А может... Блин, все, ребят, все. Мне полная жесть. Мне пришел конец. У меня надежда только на дробаш. Дробаш, спаси, прошу тебя. Братан! Да! Победа! Да, ребят, мы это сделали. Да! Фух, вот это просто жесть! Как я это сделал? Ребят, я не понимаю. Ребят, я обожаю эту игрушку. Походу, соседям тоже понравилась эта игра. Короче, ребят, поставьте огромные лайки, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. С вами был ваш Кента, пока, всем удачи и всем-всем пока.